Да, мало-мало троих на карте перекресток. Вот 5 было бы в самый раз. А можно вообще делать турнир? Такого, по-моему, ни разу не было. Все говорят, что ты поблер. Да нет, ты сам поблер. А я бы сделал турнир 8 на 8. Такой паблик стайл турнир. Ну а чё, если пошли в сторону казуальности, почему бы и нет? Да, 8 человек собрать сложно, но я бы сделал немножко по-другому. Допустим, заявляешься в соло-режиме, то есть подаешь заявку на турнир как индивидуальный предприниматель, индивидуальный киберспортсмен, ну и тебе уже как-нибудь рандомом там накидывают соперников. Все, понеслась. Паблик турнир на призы. Рандом, бог рандома работает. Тащи команду, знакомься с новыми. Смотрите, сколько плюсов сразу, да. И с кем-то познакомишься. Ну или поругаешься уже. РТС-очку тебе организовали. Скооперировался со своим паблик составом. Нам интересно на стриме смотреть незнакомых, непонятных людей, которые могут выиграть. Никогда, допустим, команду не могут найти, а в рандом составе выиграли в миксе. Ну, это такое, мечты-мечты, это крошки. Такого, конечно же, никогда не будет, но почему бы не помечтать.